Всем привет! В прошлых видео рассказывал вам про героев в масках, Кэтбоя и Алет. В этом видео расскажу вам про героя Гекко. Отличается от того, какое ночью, лишь отсутствие зеленой маски и суперсилы. Ночью Гекко один из трех героев в масках. Ночью он становится мальчиком-ящерицей, поэтому может лазить по стенам, как и его гекомобиль может лазить по стенам. Также имеет супермускулы. В своей команде он самый младший.